А-а-а, мы находимся на поле с Ильей шариками. А это значит только одно. Сейчас вы смотрите рубрику «Как делают такие фотографии». И шарики здесь неспроста. Сейчас я покажу, как сделать фотографию, в которой вы будете как будто бы... Помните в фильме? В мульте, точнее. Про такой дедушку, который в доме улетел. Знаешь, как давай станем? Вот так. Поэтому максимально эпично будет через 3, 2, 1... Заключается. Я не знаю, как у нас будет дальше, но нам надо подобрать что-то вроде вот таких камней, которые вот типа этого камня, типа вон той шины, которая там есть. Подобрать все эти камни, встать на них и с этими шариками имитировать то, что мы летим. Как вы видите, ветер дует в правую сторону от вас и в левую сторону от меня, то есть туда. И задача будет в том, чтобы я прыгал туда. Ну, то есть как будто бы меня утаскивает ветром туда. Если я буду делать вот так, это будет слегка по-дебильненькому. Ну, то есть как обычно. И движение должно быть что-то вроде типа вот такого. Надо создать эффект левитации, то есть типа как будто бы гравитация вас не притягивает, и вы не подпрыгнули, а как будто бы вы просто улетаете. Скороговорун скороговорил скороговаривал, что всех скороговорок не перескороговорить, не перескоровыговорить, но за скороговорившись выскороговорил, что все скороговорки перескороговорить, перескоровыговорить, и скачут скороговорки, как караси на сковородке. Господи, это было так сложно, но на самом деле нет, конечно же, я выучил эту скороговорку специально, чтобы выделаться перед вами. Я почему появился дома? Потому что звук меня просто выбешивал, слишком было ветрено, поэтому... Специально, потому что он меня бесил, я купил вот такую штуку. Это накамерная ветрозащита. Посмотри, как это выглядит. Во-первых, это невероятно сексуально. Вот хочется всю жизнь с ним провести. Может быть, это она, на самом деле. Во-вторых, этот мех будет препятствовать вот этому взрывному звуку от ветра. Сейчас звук качественный, поэтому продолжим здесь. Еще пару экстра секунд. Видите рубашку, в которой я сейчас сижу? Это спонсор нашего... Шучу, конечно, это не спонсор нашего видео, потому что рубашку купил за свои деньги, и даже не знаете, какая марка, и так и не узнаете никогда. Но не в этом суть. С этой рубашкой связана очень интересная история. Нет, слишком долго, передумал, все, ну, отмена. Лучше продолжим про шарики. Я всегда мечтал сфотографироваться шариками, когда они, то есть тот стиль, когда ты такой держишь шарики и взлетаешь с ними, это выглядит всегда так мило, по-доброму, очень интересно, весело, креативно. И некоторые не понимают, как это устроено. Это могут быть не только шарики, это может быть летающий змей, например. Это могут быть какие-то фонарики, возможно, птица какая-то искусственная, возможно, даже дрон на крайняк. Ну, то есть, все зависит от креатива. Возможно, вы придумаете что-то более интересное. Птица, естественно, не настоящая, не издевайтесь над птицами. Но самое, блин, обидное, что в какой-то момент с нашими шариками что-то пошло не так. Об этом я чуть-чуть позже расскажу. Давайте пройдемся по ключевым фишкам фотографии с шариками. Один очень важный момент, который добавляет реалистичности, который я заметил только в процессе съемки, о котором даже не думал. Нужно держать ленточку шарика и руку в одной длине, то есть чтобы рука была как бы продолжением вашей веревки. Так создастся впечатление того, что вы натянули руку и прям вот эпично пытаетесь удержаться, она вас тянет и тянет, тянет и тянет. Дальше, очень важный момент. Надо стоять на возвышенности, которую вы потом сможете убрать. То есть, допустим, в самом идеальном варианте какой-то стульчик, бочку, стремянку, то, на что вы сможете встать, с чего вы безопасно сможете спрыгнуть, и то, что вы сможете потом просто убрать из кадра, это важно. Наша задача поставить камеру на штатив, на какую-то треногу, возможно, ну просто зафиксировать в одном положении и сделать два кадра. Первый кадр, когда вы вот это позируете, балуетесь, забавляетесь. Следующий кадр, когда вы убрали тот предмет, стремянку, бочку, стульчик или что там у вас было, из кадра и сфотографировали это все с той же фокусировкой. Очень важно, чтобы вы выключили автофокус и фокусировались только вручную. Все настройки, вроде баланса белого, ISO, скорость затвора, диафрагма, все это должно быть identical. Само ваше позирование должно быть невесомым, вы должны как будто бы падать, то есть вы должны просто быть как будто бы пушинка, чтобы у людей создавалось впечатление того, что вы действительно все-таки улетаете, вы как пушинка за шариками этими стремитесь. Желательно также снимать в серийной съемке и держать скорость затвора не меньше 1/400, желательно 1/800, 1/1000, ну и так далее. Чем выше цифра после дроби, тем более за короткий промежуток времени сделается кадр, и тем менее размазанным вы в итоге получитесь, потому что если вы будете быстро падать и скорость затвора будет слишком длинная, то есть типа 1/50, допустим, то вы, возможно, получитесь в размытии, и это будет уже, ну, такое. Теперь давайте перейдем в Photoshop и уберем тот самый лишний объект. В нашем случае это были две шины, мы нашли две шины,
вот так руками их перетащили туда и поставили одну на другую. Потом мы убрали их из кадра и сделали такую же фотографию, только без меня и без шин, и вот она. Я ее просто перенес поверх этой фотографии. Вам надо сначала поставить одну фотографию, поверх нее другую пустую в фотошопе. Притащить одну, потом притащить другую. Смотрите, дальше. Что нам нужно сделать? Включить слой там, где у нас нет ничего. Он должен быть обязательно сверху. Далее, с зажатой клавишей Alt. Обратите внимание, это супер важно. Нажимаем клавишу Alt и создаем маску этому слою, нажимая на вот этот значок. Пик! У нас тот слой, который был сверху, полностью скрывается, так как маска у нас создалась черного цвета. А черный цвет скрывает полностью всю информацию со слоя. Но информация была полезна только вот в этом месте, там, где не было шин. Там и нужно нам восстановить ее. Поэтому мы выбираем инструмент кисть. Жесткость поменьше поставим, может быть даже на 0. Нажим оставим 32, пускай так и будет. Непрозрачность 100%. С помощью квадратных скобочек на клавиатуре увеличиваем размер кисти. Приближаем изображение и начинаем в том месте, где у нас шины, рисовать на маске. Обратите внимание, прислушивайтесь к каждому слову, на маске этого слоя с помощью белой кисточки. Белый у нас отобразит информацию, которая была на этом слое. А как вы помните, на том слое не было ничего, поэтому у нас это ничего сейчас и будет потихоньку прорисовываться. Вот оно как бы и вот есть. Главное не заходить на ботинок. Ботинок у нас это важная часть меня. Как бы я без ботинка, это как я без шапки. Вот так, мы просто вытираем главное, это делать белой кисточкой, по маске, не по самому слою, не вот здесь, а вот здесь. Вот так мы чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук. Вот так. И сейчас в теории должно создаться ощущение того, что я в невесомости. Но когда мы отдалим, мы увидим, что создалось впечатление того, что я просто прифотошопленный. Вот это та проблема, которую я понял на этом этапе. Проблема в чем заключается? Желательно, чтобы вы были выше линии горизонта. В таком случае все будет естественно, вы летите уже, да? То есть если бы я поставил вот здесь какую-то более высокую штуку, либо подошел бы просто ближе, тогда бы камеру пришлось бы поднять чуть-чуть, ну, то есть наклонить ее вверх. В таком случае у нас бы получился кадр тот, о котором я говорю. Но сейчас получилось такое ощущение, что я просто прифотошопленный и больше, чем дерево. Я бы купил с удовольствием еще раз эти шарики и серьезно переделал бы просто все, но, блин, они сверх какие-то нереально дорогие. Вы просто посмотрите, сколько в ближайших магазинах стоят шарики с гелием. Это была ежепонедельничная рубрика «Как делают такие фотографии», второй сезон. Мое имя Максим Русаков, это канал Freemax. Не забыли про тот самый момент? Я просто пока монтировал, чуть два раза со смеху не умер. Жмите лайки и подписывайтесь на канал. Это так прикольно.